что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков. Не, я не испугался ни капли. Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. Неужели я растворил его, прежде чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Случайно? Иди возьми еще один, пока он не исчез. Ловлю! Ой, я и этот растворила. Нормально кубы давать! Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. Так. Поехали. Так, для начала мне куб нужен. Так, отлично. И теперь мне надо туда. Эй, тихо-тихо! Куда ж ты так без меня? И пошел! Блин. Ладно, хрен с ним. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой надо было нести с собой куб. А портальную пушку тоже не брать? Я взял с собой. И что ты со мной сделаешь теперь? Все-таки стоило кубик попробовать взять туда. Так, а что-то ты молчишь в первый раз. Испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. Нет, не помню. Так. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Если у тебя нифига не вопросы, понял. Прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Так. Совсем забыл, как проходить этот тест. А, да, кубик же. Я про него забыл. Ох, какой чистенький и красивенький. Неужели ты постаралась, Гладос? Я в шоке. Уже третья глава. Уничтожьте эту стенку. Больная платформа. Это я! О, привет, привет! Я вернулась. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот. Как я мог сломать? Что случилось? Я побежал, ты подумал, что мне конец, но я был жив. Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Пробую. Опять она сломалась. Проходишь ее весовые ограничения? Хорошо. Я просто опущу потолок. Потолок. Смысл? Не надо опускать потолок. Оставь. Все. Малыш, Уитли, мы лишились. Так, теперь будем биться об стенку, то есть об потолок. Сколько я знаю, здесь на кого-то... А, вот. Так, для
Сначала мне надо куб. Эй, давай нормально. Блин. Кнопку еще надо нажать. Стой, совсем забыл, блин. Так, вот он, этот кубик. Сейчас проверим. Главное, в принципе, тут не промахнуться, и все нормально. Так. Да блин, нормально. Проходи через этот портал. Как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Что за бред ты сказала? Сколько тут мусора. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Нафига мне твои олени? Так, не надо избавиться от этой херни. Вон там кубик. Отлично. Полетели. Ох, тышки. Как залетел я. Так, теперь снова летим. Пум. Так, новый кубик. Стоять. Так, я забыл уже как-то немного. Сейчас секундочку вспомню. Вот так мне, в принципе, и надо было. Так, убрав этот куб, мы... А, ну понятно. И вот туда надо было. Блин, почему закрыто? На миллиметр ошибся. И такой музончик играет в тему.
Ты прошла испытание. Да, конечно. Я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытаний. Одного, то есть достаточно тебе.